Тебе просто везет. Но я вот-вот тебя нагоню. Да ну, тебе со мной не сладить. Ага. Кому другому расскажи. Взрывчатка готова. Мы с Лукасом заложили. Сэр. По местам. Главное, действовать вовремя. Нужна предельная собранность. Наблюдаем. А ну, всем тихо. Секунду, что там впереди? Я сказал тихо. Не-не-не. Сам займусь, спасибо. Сэр, ориентир, та первая скала. Да, знаю. Это танк. У немцев есть танки, солдат. Но у него броня. Мы не ждали танка. Твою мать. Бейте по гусеницам, иначе никак. Надо собраться. Нет, сэр, ждите гусениц. Нет, стой! Отвлекли меня. Охренеть. Решили, что это мина. Лукас, слабо закинуть подарочек ему в лёг. Не высовываться! А, прямо в яблочко! В атаку! В атаку! Обыскать машины или их обломки. Лукас, проверь ту в конце. Проверяешь, дохлый ли? Делись, Ганс. Машина! Я шины спустил. Далеко не уйдет. Это был простейший рейд, а вы ухитрились спалить почти все припасы. Под скалой еще один грузовик. Бери кого-нибудь из крыс и топайте туда. Идем. Рыться в грязи они умеют. А ну, рядовой марш! И когда
закончите, марш обратно в лагерь! Вот штопать! Идем, рядовой! Я ж говорил им не уйти. Осторожно, один живой. Это можно исправить. Спокойной ночи. Думал, их больше. Один труп в машине, второй, похоже, удрал. Будем искать. Свежая кровь. Идем по следу. Блин, Джейкобс, да ты гений. Не забудь про Сет, рядовой. Меня зовут Дес, а его Лукас. И на твое звание нам обоим плевать. Мы все про тебя знаем, Джейкобс. Мы, крысы, внимательнее, чем вы думаете. Тихо. Слышали? Кому это он? Сюда! Твою ж мать! Эй, этого на картах не было! Тихо! Мы к такому не готовы! Мы их сделаем! Прихнулся! У тебя есть я и Лукас! Фондактивитет! Ungeschützte Infanterie! Не светись! Тебя не должны видеть! Лукас, готовь гранату! Устроим Гансам побудку! Граната! Поехали! Ракету! Да кто ее видел? Ладно. Обыскиваем территорию, но потом сразу уходим. Я кое-что нашел. Их не знаешь? Немного. Конечно, знает. Похоже, кто-то из офицеров Ромеля ехал в лагерь дальше по неизвестной дороге. Странные символы, не понимаю. Значит, надо разведать. Гансы все небо засветили, ждут подмогу. Нет, вернемся в лагерь, все доложим. Мы не можем доложить о том, чего не знаем. Это не по-военному, Джейкобс. Что ж, глянем, что там. В этот раз работаем тихо. Лукас, ты идешь или как? Идем, пастушок. Лукас, ты идешь или как? Идем, пастушок. Эта дорога ведет прямо в лагерь.
бы, Ганс. Марш с дороги, а то увидят. В руины. Марш, говорил, марш! Я, они видели. Свет на горизонте. Похоже, немецкий лагерь. Лучше не лезть на дорогу и пройти по пустыне. Быстро! Не трогай их!
что нам сюда. А куда еще, дубина? Отставить, Дес, это не шутки. Выпить. За этим Хэмса, у него всегда есть. Что? Он что, никогда не делился? Вот и нет. Он пить вообще не умеет. Если я когда-нибудь сопру его флягу, я тебя угощу. Стоп! Впереди свет. Кажется, мы нашли их лагерь. Где все? Надо полагать, нас ищут. Так, это что? Да пофиг. Смотри. По-моему, тот, что слева, это Ромель. А это тогда кто? Серьезно? Мы собираем разведданные. Для этого тебе ума не хватит. Да ну тебя. И бумажки твои. Знаешь, что там? Снаружи барахло, которое делает бум. Что с ним, по-твоему, делать? Тогда взорвем все нафиг. Вот это я понимаю, изобилие целей. Слева автопарк. Склад боеприпасов. Склад топлива справа, так и хочется поджечь.
сейчас рванет! Я взорву его изнутри!
им не верю. Да, Джейкобс, у Крис есть чему поучиться. Стоп. Вы слышали? Дружит над нами! Это лучше! Ну, стреляй! Почти получилось! Не прекращай огонь! Еще ганцы едут по полосе! Прорываемся вперед! Покажи ему! Войска противника! Побережье итальянской Ливии боец из Австралии вместе с другими крысами основательно дал по морде Ромелю. За такой подвиг им всем должны были дать как минимум медали. Но Хэмс был другого мнения и вместо награды отправил Лукаса за решетку. Впрочем, Рихтера, кажется, волнует только Роммель и его связь с Фрайзингером. Этот идиот будет слушать Лукаса столько, сколько нам надо. Я понял туннели. А что еще? У нас очень мало времени. Скажи, чего Фрайзингер хотел от Роммеля? Я думал, тебя интересует наш отряд. Отвечай, или сделке конец. Ладно, ладно. Только не надо кипятиться. Лукас обвел Рихтера вокруг пальца. Он не сказал ничего, кроме той лжи, в которую этот нацист и так уже верил. В этом вся суть Третьего Рейха. Они жили в плену иллюзий. Казалось бы, мы ждали от Лукаса чуда. Дело в том,
что он притягивает подобную удачу? Как там говорят про два снаряда и одну воронку? Но ведь Лукас действительно был и в Табруке, и в Эль-Аламейне. О победе в Северной Африке знает весь мир. А вот о том, что дело было не в британских командирах и их могучих танках, в общем, Лукас рассказал историю, а Рихтер ей поверил.